Сейчас будет распаковка, но не моего, продукция соседушка заказала. Сейчас я вам всю вот эту историю покажу и все расскажу. Пишет мне девчонка из соседнего подъезда. Я вообще, честно говоря, обычно ко мне все девочки регистрируются по ссылочке. Сейчас я ее вам тоже тут оставлю. Регистрируются по ссылочке, проходят и все. И они там уже все сами заказывают кэшбэки. Она говорит, ой, нет, я вся боюсь. Что боюсь, непонятно. Ладно, закажи мне. Сейчас пойду ее отдавать. Смотрите, что здесь. Тоже у нее, кстати, ребеночек заканчивает 9 класс. Вижу, он бокс ей. Ребеночку глазки поддержать. А это уже она заказала все себе. Насмотрелась на мои эти флекс-кубы. Заказала флекс-куб как раз для того, чтобы поддерживать костную... Что я вам говорю? Для суставчиков. Вот это комплексное решение. То есть вам не надо набирать полную программу. Здесь идеальное содержание глюкозамина и хондроитина, который поддерживает хрящевую ткань, восстанавливает. Здесь есть сера, которая снимает воспалительные процессы. Барага и амарант, который также участвует в снятии воспалительных процессов. То есть защита хрящевой ткани, гибкость, выносливость и поддержка суставов. Все вот это в одном кубе. Вы его видели, у меня его пьет муж. Соответственно, помощничек у меня тут, понимаете? Помощничек тоже подойдет. Очищение и дренаж, кишечничек почистить, потому что есть у меня такие проблемочки некоторые с запорчиками. Сейчас уберу. И, естественно, кто из нас не хочет быть красивым? Это получается у нее... альфа-липолевая кислота. Гинеколог прописал, она говорит, какая разница, где я ее пью, буду пить твою. И, девочки, посмотрите, я забыла свою выпить гиалуроновую кислоту. Так, и гиалуроновую кислоту. Она говорит, что ты будешь только одна ты красивая, когда могу быть еще и я. Ну ладно, что ж, теперь бери ты и будешь красивой. Хотя это конкуренция в одном подъезде меня возмущает. Угу.